Так, да, предложку я обещал, посмотри, новое правило 89-го. Тут Клэпта записал, когда лупился по лицу. Это бочка подлая музыка. Не, ну я напишу тебе хорошо список правил. Кикай нахуй. Так как братишки не думал. Легкий способ кикнуть шефа, блядь. Не, ну я напишу тебе хорошо список правил. Кикай нахуй. Легкий способ кикнуть шефа. Братишкин выдвинул свои правила по поведению в 89-м складе. Не перечить шефу, не перебивать шефа. Шеф всегда прав. Предупредить шефа о начале стрима. Бля, я забыл сегодня предупредить шефа о начале стрима. Писать треки может только Мазелов. Рейды всегда шефу. Конфликты по расписанию. 90% донатов стримеру уходит шефу. Пиздеть на Хесуса. Все мы знаем, кто есть настоящий Apple в мире стримов. Мы приняли решение самовольно изменить эти правила. Пункт номер один. Шеф всегда один. Пункт а именно один. ДК. О! 100% донатов со всех стримов нужно отдавать Даниле Владимировичу. Во! Третий пункт правил. Не пиздеть под руку Дани Кашу. Вот! Бля, девчули, да вы шо? Вот это, я вот это уважаю. Способствует распространению пасты всех ДК. Пункт номер... Да, всех ДК надо писать. Писать музыку может только Даня Кашин. Рейд всегда Даня Кашин. Да вы золотцы мои, вот это я уважаю. Пункт номер 7. Пиздеть на Хесуса. Ну вот это, конечно, да. Ну-ка, вот это заскриньте и этому Вове отправляйте, блядь. Я почти досмотрел «Острые козырьки». Грустный сезон, кстати, 6-й. Бля, очень, где у него до... А, не буду вам спойлерить. Ну, бля, грустный сезон 6-й. Вот это я вот это уважаю, реально. У меня больше слов, ну, вот добавить нечего просто.